В Стамбуле на сегодняшний день построены три аэропорта: старый Ататюрк (ASL), новый аэропорт (AST) и аэропорт Сабихагекчен (SAW). Аэропорт Ататюрк уже практически закрыт. В новый аэропорт Стамбула прилетают в основном международные рейсы, а в Сабиху – внутренние и лоукосты из Европы, например, авиакомпания Pegasus. В скобках указал коды аэропортов, смотрите в билете, в какой аэропорт вы прилетаете. Перед тем, как ехать из аэропорта, еще раз убедитесь, что вы точно знаете адрес своего отеля. Стамбул – город огромный. Возможно, вам придется из аэропорта Стамбула в центр добираться на автобусе и еще на другом транспорте, например, на трамвае или на пароме. Самостоятельно спланировать маршрут до отеля поможет инструкция о транспорте Стамбула. Далее подробно расскажем, как добраться в 2020 году до основных районов Стамбула из каждого аэропорта. Новый аэропорт Стамбула, как добраться в центр, добраться из аэропорта, используя трансфер отеля недорого из аэропорта в центр Стамбула на автобусах Хавист, как недорого доехать из нового аэропорта в район Султан Ахмед, как добраться из аэропорта Сабихагекчен в центр Стамбула недорого на автобусах Хавабус, как недорого доехать из аэропорта Сабихагекчен в Султан Ахмед дешево, добраться из аэропорта Сабиха в центр на муниципальных автобусах, как платить в автобусах едем обратно, как добраться из Стамбула в аэропорт Сабиха Гёкчен аэропорт Ататюрк. Если вы первый раз в Стамбуле либо прилетаете поздно вечером, самый простой способ недорого добраться из аэропорта, как добраться до Стамбула из нового аэропорта. Новый аэропорт Стамбула AST, по-турецки Истанбул Хавалимани, работает с апреля 2019 года и достаточно удален от центра Стамбула, 40 километров, находится недалеко от Черного моря. Большинство международных рейсов прибывают именно сюда. Добраться из аэропорта, используя трансфер отеля, самый простой способ добраться из аэропорта Стамбула в центр, забронировать отель с трансфером. В этом случае все просто, в аэропорту вас будет ждать отельный минибас, шаттель либо индивидуальная машина от отеля, вас встретят и отвезут до отеля. Цены варьируются от 30 до 50 евро. Для тех, кто приехал в Стамбул на день или на два дня, это самый ленивый вариант. Если планируете остановиться в районе Султан Ахмед, рекомендуем My Dream Istanbul Hotel, отличный отель рядом с основными достопримечательностями, есть русскоязычный персонал. Трансфер предоставляют по запросу за дополнительную плату. Однако этот способ очень дорогой. Дешевле всего будет добраться из аэропорта в центр Стамбула на автобусе, цены от 1 до 5 евро на человека. Как добраться из нового аэропорта Стамбула на автобусах Хавейст? Самый оптимальный способ доехать до города из аэропорта на автобусах компании Хавейст. На сайте можно посмотреть разные маршруты и цены. Билеты можно купить на месте, покупать заранее нет смысла. Обратите внимание, что за проезд нельзя рассчитаться наличкой, только банковскими картами, либо проездными картами Истанбулкарт, которые можно купить в желтых автоматах здесь же на остановке. По прилету в новый аэропорт Стамбула, получайте багаж, проходите паспортный контроль и идите к автобусам по указателям автобус, бус на минус 2 этаж. Время отправления ближайшего автобуса смотрите на табло. Автобусы уходят по мере заполнения. Поэтому иногда можно уехать из аэропорта очень быстро, а иногда придется подождать 20-30 минут. У входа в автобус сотрудник примет у вас чемодан и разместит его в багажном отсеке. Квитанции не дают. В автобусе садиться можно на любое место. Если вы путешествуете вдвоем, старайтесь сесть в автобус пораньше, так как иногда бывает проблемно занять два места рядом. Сейчас читают 5 лучших отелей Турции, самые важные для туристов маршруты автобусов Хавейст из нового аэропорта, автобусы по маршруту HVIST-14 до площади Таксим и улицы Истикляль. Есть остановка в районе Бишекташ. Время в пути – 90 минут. Цена – 25 лир. Автобусы маршрута HVIST-12 в район Султан Ахмед, мечеть Биязид. Время в пути – 1.5 часа. Цена – 30 лир. Автобусы HVIST-9 в азиатскую часть Стамбула до пристани Кадыкёй. Время в пути – 1.5 часа. Цена – 32 лиры. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.